Открытие творческого фестиваля «Студенческая весна-2023» собрала в холле Брестского государственного университета имени Пушкина не один десяток человек. Талантливые представители студенчества открыли традиционно весенний форум ярким флешмобом, исполнив зажигательные танцы под мотивы популярных и полюбившихся музыкальных произведений. Официальная часть сведена к необходимому минимуму. Руководство уверено, что этот праздник в первую очередь для студентов, и именно они должны идти в авангарде мероприятий. А потому яркий танцевальный старт положил хорошее начало всем запланированным в рамках фестиваля мероприятиям. А их, по словам организаторов, будет немало. Студенческая весна в Брестском государственном университете – это ежегодный традиционный фестиваль студенческого творчества. Это возможность студентам нашим продемонстрировать свои таланты, как в творчестве, спортсменам, обязательно живопись, фотография. Каждый год концепция основная сохраняется, но с каждым годом мы всегда вносим некие новшества. Для преподавателей это возможность увидеть своих же любимых студентов не на учебных занятиях, а какие они яркие, красивые, талантливые во внеучебное время. Концепция меняется, проведение. Каждый год добавляются какие-то новые мероприятия. То есть весь масштаб захватывает не только наш университет, но также мы выходим из-за рамки. На Советской, на главной улице проводятся мероприятия. То есть каждый раз это что-то новое и интересное. По словам участников мероприятия, студентов вуза, возможность такого творческого самовыражения неоценима. Ведь это позволяет не только внести разнообразие в череду учебных будней, но и приобрести новых друзей и единомышленников. На первом курсе это было такое вау-впечатление. Студенческая весна, мы не знали, а потом, когда мы поняли, что это прекрасная возможность проявить свои таланты, творческие способности, какие-то внедрить свои цели, свои какие-то проекты, и нам очень понравилась эта идея. Мы с удовольствием каждый год уже участвуем в этой студенческой весне. Также вот на открытиях, закрытиях это уже является как обязательный ритуал для нас. И мы очень рады, что в нашем университете проходят такие мероприятия, как для студентов, так и для преподавателей. Это прекрасное время для собственной реализации, для проявления своих творческих талантов. Для меня студенческая весна – это уже как традиция, потому что ежегодно проходит этот фестиваль в нашем университете, и я третий раз принимаю участие в этом фестивале. Каждый раз это что-то новое, но неизменное – это то, что каждый раз на студенческой весне мы на открытии выступаем с флешмобом, в котором участвуют первокурсники, они могут показать все свои таланты. Представители других курсов тоже участвуют. На первом курсе это было что-то новое. Ты, получается, выполняешь задания, которые тебе говорят. А на втором и третьем курсе мне выпала такая честь самостоятельно ставить для нашего филологического факультета движение, выбирать людей, которые будут участвовать в этом мероприятии. И это совсем другие эмоции. Здесь уже несешь ответственность другую. Студенческие годы по определению должны быть богатыми на положительные эмоции и впечатления. А потому фестиваль «Студенческая весна-2023» – это мероприятие, которое запомнится на всю жизнь.